пока он опять не ударил. Сейчас ударит! Вставайте! Я прикрою тебя! Держи. Назначенный час пробил. Благословляю тебя, сын. Пора. Ваше Величество, спасибо. Пусть боги будут милостивы. Да. Принцы всегда такие принцы. Не совсем по регламенту. Тебе же речь не нужно было произносить. Принц Ноктис! Чего? Я столько хотел бы сказать тебе. Ты возлагаешь тяжкое бремя на тех, кто рядом. Да ладно, уж кто бы говорил. Я не прошу вас направлять моего сына. Просто будьте с ним рядом. Конечно, будем. Да, Ваше Величество. Мы за принца готовы жизнь отдать. Да, именно так. Друзья, Тамкор уже запустил мотор. Драутас, следи за ним. И вот еще что. Общаясь с невестой, не забывай о манерах. И вы, Ваше Величество, общаясь с нашими дорогими гостями из Нифельхейма. Об этом не волнуйся. Ты тоже, отец. Сынок, обратной дороги уже не будет. Думаешь, не поеду? Я лишь хочу знать, готов ли ты покинуть дом. Не знаю, как ты, но я готов. Как никогда. Береги себя, сын. Помни, где бы ты ни оказался, ты наследник королей Люциса. Выше голову, сын мой. Автостопом не доберемся. Я думал, за городом люди добрее. На доброте незнакомцев далеко не уедешь. Придется ее теперь всю дорогу толкать. Я уже сам себя толкнул почти что насмерть. Вставай. Вперед. Машина сама себя толкать не будет.
Я думал, машина повезет нас, а не наоборот. Было бы неплохо. На старт. Внимание. Серьезно? Толкай. Да ж ты такая тяжелая. Быть не может. А ты что думал? В сказку попал, принц Ноктис? Сами виноваты. Да ладно, мелочи жизни. Надеюсь, это не дурной знак. Гладио, одна просьба. Что? Толкай машину сам. Один, что ли? Да ты не заметишь, если мы перестанем. Знаешь, что промпта? Даже не думай. Лучше побереги дыхание. Игнис, меняемся. Да мы же только что менялись. Нок, сейчас моя очередь. Ага, его. У меня руки отваливаются. А хочешь, я тебе их оторву? Эй, крутыш, полегче. Дозвонился? Там занято. Так, подождите, это меня глючит или как? Он же был совсем рядом. Уверяю тебя, с картой все в порядке. А по карте молот прямо здесь. Ага, буквально в двух шагах. Это так на карте мира кажется. Этот мир такой большой. И полный чудес. Моим ногам от этого не легче. Вы вообще ее толкаете? Чем можем. Еще немного и прибудем. Долго вы ехали? Так, ну и кто из вас принц? Ага. Поздравляю вас со свадьбой, ваше высочество. Да пока рановато. Жених леди Лунафрея у нас в молоте. Извини за ожидание. Это ты перед моим дедулей будешь извиняться. Значит, ты... Я Синди, специалист по ремонту авто. И внучка Сида. Давайте ее сюда уже. Это модифицированная классика, а не ржавое ведро. Неужели твой папаша тебе не сказал? Принц Ноктис. Да. Весь папашу, только благородство куда-то вытряхнули. Что? Тебе предстоит долгий путь, сынок. А с разинутым ртом ты далеко не уйдешь. Придется поработать. Заведите ее внутрь и валите отсюда. Слышали? Ладно, давайте за работу. Вот сюда. А теперь будем сидеть и ждать. Никогда не любил ждать. Да и не умел, в общем-то. Вы, небось, впервые так далеко выбрались, а? Ну так погуляйте, осмотритесь. А это, чтоб вы не потерялись. Можно провести это время с пользой.
Он работает мед? Ух ты! У них тут есть эбони! Игнис с ума сойдет! Стоп! А что такое Гил? Взгляните на товары. Что у нас было. Думаю, нам надо поговорить с Синди. Мы без гроша в кармане и без машины. Как будто этого было мало. Во всем виноват старик, раз столько с нас взял. Да, надо к нему заглянуть. Здрасте. Она еще не готова. Вы что-то хотели? Но ты нам денег не одолжишь? А, я поняла. Так вот, что имел в виду дедуля, когда сказал, что преподаст этим мальчишкам урок. Он сказал, что хочет, чтобы вы разобрались с местным зверьем. Они в последнее время что-то совсем обнаглели. Если возьметесь, я вам с радостью заплачу. Ну, что скажете? Все по плану Сида. Давайте ему подыграем. Он нас недооценивает, и это будет ему уроком.
Только не бродите там, когда стемнеет. Демоны вас сразу разорвут. Вот, этого должно хватить на ночлег. Только это между нами. Не говорите дедуле.